Короче, едем, только что едем за Бубой. А у него сидушка отвалилась. Я аж под колеса кинулась мне, ебать. Я чуть не упал. А я что-то посидел, не сел. Было бы смешно. Давай, ставим. А где верхняя? А что ты робишь? А верхняя? Что верхняя? Не надо тут верхнюю. Тут только что-то эта хуйня зажимает. Или надо верхнюю? Не, не как надо. Как не надо, всегда там палочки. Ебать его в рот, настроил, сука. Так ебать, сколько ездил, нихуя. Аллаху Акбар. Аллаху Акбар. Надо пропустить. Короче, едем дальше. Сейчас расскажем, почему Микей ебаная. С нами ведущий Захар. И колеса Микея. Все говорят, что они хуёвые, и они хуёво работают и люфтят. Сейчас мы покажем, почему. Ну, попытаемся показать. Вот, короче, все из-за этого, болтик. Что с ним не так? Ну, короче, с ним все нормально. Тут, типа, в принципе, все нормально. Прикол в том, что... Где-то комментарии неправильные. Сейчас. Прикол в том, что... Ну, вот тут пыльник такой железный. Ну, тут еще один пластиковый есть, поэтому, типа... Проблема в том, что вот этот болтик, ну, оно же работает как? Как контрагается, короче. Там вот так, ну типа, чтобы оно не раскручивалось. Со временем тут прослабливает где-то там этот, тут появляется выработка. Она начинает люфтеть из-за того, что много таких деталей галимых, ну типа не галимых, но система сама по себе не надежная. Что она постоянно попускается, типа его постоянно надо настраивать, чтобы оно не люфтело. Тут промановые, поэтому типа еще все нормально. Поэтому все и хуево, и их все обсирают. Если поменять вот эту ось, а так выглядит все в сборе. Ну, короче, суть в том. Если поменять тут ось эту, то может что-то и получится когда-то. Ну, а так, да, оно типа... Ну, не то, что ебаное, если за ним следить, все будет нормально. Ну, это как шары, по факту, только чуть-чуть, типа, плавнее. Мы так думаем, откручиваем новотек и видим, что тут нет такой хрени, как там. Сейчас. Так делать, наверное, нельзя. Вот, мы выбили... Вот, выбили, короче, ось здесь. Ну, видим, типа, вот ось. Она даже лучше, ну, типа, сделана все так очень. Она легкая. И вот тут посадочная. Вот тут. Подшипник упирается, насаживается сюда и упирается сюда. Ему некуда двигаться. Он может будет люфтеть только... Тогда, когда выработка будет уже тут, в шариках, на шариках и на дорожках, тогда будет она люфтить. А так все будет вечное, типа, и долго ходить. Главное, нормальные прома покупать. В общем, подытожим. Надо брать не Микея, потому что у Микея ебаного ось. Только из-за оси, а так они поэтому оно люфтит. Если готовы разбирать колесо, настраивать люфт на пром подшипниках, можете брать себе Микки, а если вы адекватный человек, берете себе Новотеки или Mavic Ellipse и катаетесь и не паритесь. Ну и еще типа на Микке там этот, не забывайте, что там локринг, под, резьба под другой типа стандарт, как на кампе. Ну, в общем, у нас все. Да, у нас все, будем сейчас вставать на ноги.